Здравствуйте, люди и нелюди тоже приветствуются. Это Майнкрафт. Вот собрался наконец-то запустить серию, которая, я надеюсь, продлится больше, чем один эпизод. Вы можете пролистать мой канал вниз и видеть, что там я уже два раза пытался запустить серию, но ни хрена не получилось, поэтому сейчас у меня более серьезное намерение, так что погнали. Если я буду путаться в управлении, извините меня, потому что я очень долго играл в Dying Light. Скорее всего, он тоже появится на канале, и скорее всего, очень скоро. И скорее всего, с моими друзьями. Но пока вот Майнкрафт. Ну, с управлением. Бег. Так. Перспектива. Красный лететь вниз. Ах, твою мать. Так раз, значит. Блять. Сука. Вот так. А выбросить это пускай будет R3 тогда. А, отключаться, блин. Ну все, наверное. Нормально. Чувствительность это дерьмовая, правда, но сейчас исправим. Допустим, так. О, супер. Я играю с контроллера, поэтому это будет довольно сложно для меня. Так, еды для старта. Я не знаю, что это Bedrock Edition просто или что, но я всегда спавнюсь рядом с деревнями просто. Исключения никогда не было, чтобы рядом не было деревни. Не знаю, с чем это связано. Так, книжки сразу заберем. Здравствуйте. Так, вот это интересно. Супер. Неплохой старт. И это мы тоже заберем. Так, чики-брики.
Ой, големы у вас тут тоже есть. Вижу кота. Здорово. Тоже пригодится, скорее всего, если я найду кого-нибудь, кто покупает. Он претендент. Просто прекрасный способ получить деньги, взять чью-то пшеницу, потом продать владельцу. Смотрим. Морковка, значит, говоришь. А это морковка. Спасибо, но я это заберу. О, супер. Так это понадобится. Нифига, что-то новое что-то. Я что-то раньше не видел, чтобы они в руках держали вещи, предметы, еду. За пещера. Ну, это довольно интересно пока. О! Это очень довольно-таки быстрый старт. Ну, два хоть что-то. Надо бы думать, где приземлиться. Понятно, что рядом с деревней, но где именно? Любит, видимо, здесь гулять. Главное, чтобы его никто не сожрал. Так, еще. Я играл в Майнкрафт еще очень давно. Играю до сих пор. Я знаю здесь почти все вдоль и поперек. Лев всему голова. Так еще у меня есть железо, чтобы сделать еще один ми. Меч и еще одну кирку. О! Пилоджеры.
Как-нибудь потом к ним схожу. Сейчас особые желания нет и брони. А поселиться можно даже... Ну, допустим, вон там. Да, классное место. Потом здесь еще мост построить, так. Супер. Ну вот и все. Что так работает, да? Если вот так вот перетаскивать через все меню. Так, пойду быстренько какую-нибудь кровать стырю. Или даже посплю там просто. Твою налево. А, кстати, кстати. Нужная вещь. Чтоб плавить руду. Спокойной ночи. Время дерева. Так, слышу. Гондонов. Не передумал, что мне друга нет. Так, а ты будь добр, мне отдай. Что ты продаешь? Ладно, давай, такой мне нужен тоже. Себе. Так, здесь проверял уже, что продаешь. Я просто мастер-торговец. Все, можно приступать к строительству дома. Чего тянуть? Так, значит, здесь. В первую очередь нужно разровнять. Это не нужно, это не нужно, это не нужно. Это тоже. Это надо бы поставить. Есть. Верстак. Есть. Палки есть. Железный меч и щит. Супер.
И сделать кровать. Что здесь? Я еще не заходил за этот холм. Ничего. Опа, айсберги. Надо будет когда-нибудь сходить. Вот эти гандоны мне только не нравятся. Хрустбашенки. На всякий пожарный. Лопата тоже нужна. Так. Какой-то. Так, значит, каким он будет? Так это, думаю, надо по-любому выкопать. А это наоборот закопать. Вот все ему мало. Есть. Так, теперь определиться с периметром. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Здесь так. Пока сложим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот здесь. Так, ну и супер. Пол пусть будет из березовых досок. А стены будут из дубовых. Вот так вот надо выкрасить. Так.
Опасный. Так, здесь будет, наверное, склад. А здесь жилая комната. Я думаю, будем обходиться древесным углем. Это моя печь. Уже что так долго строил дом? Точнее, выкапывал для него фундамент. Только две шерсти. Два блока шерсти. Правильно. Думаю, что придется даже расширить. Факел нужен очень. Очень тихо. Что-то я, получается, расширил, взял еще здесь. То есть так. Ну и нормально. О, нормально. Бро. А не хочу с тобой связываться. Опасная сука. Еще на ней посмотреть, тут такой рее и побежит на меня и убьет. Я ж без брони еще такой щеголяю тут. Так, мне еще береза нужна. Зомби, да?
прошли. Нет, я планирую в эту серию играть, пока не выйдет хардкор. Когда выйдет хардкор, начну снимать хардкор. Better Condition хуже Java почти только тем, что нет хардкора. Это меня очень расстраивает. Также я планирую проходить тюрьму в Dying Light. Или что все такую игру знают, потому что... Ну как ее не знать? Она не самая известная, но и не самая малоизвестная. Есть основания. Теперь надо придумать, из чего будет фундамент. Думаю, что все-таки из булыжника, потому что это классика и смотрится классно. Так. Так. И вот так. Да. А также... Я думаю, что придется идти за елью для углов стен. Иду-ка я посплю. Темно, хоть глаз выколи. Ой. Все время тянет. Все, новый день, ура. Ты будешь мне продавать или... Точнее, покупать у меня пшеницу? Нет, не будешь. Так и знал. Еще немного. Теперь за елью. Так, это полезно, очень даже. Ух, очень я жду их горное обновление, чтобы снег был снежнее, чем раньше. Еще жду обновления ада. Что мне уже что-то скучно стало. Потому что ничего нового не добавляют. Ну, как ничего, немного чего нового добавили, но... Сейчас какое-то затишье. Кстати, в бета-версии добавили то, что предметы, когда валяются на земле, как на Java теперь. Крутится вокруг своей оси. Не знаю, как вам, но мне это дико нравится. Ламы-то. О, вот это красиво. Твою мать. Вот это реально красиво. Знаю, что здесь такое есть, я бы здесь поселился.
но уже начал строить там. Они там живут. А еще у меня в планах есть построить кварцевый дом в современном стиле. Я думаю, что здесь плохое для него место, потому что здесь каменный биом, и мне это не нравится. Мне нравится, когда травка вокруг, все такое, там можно сделать водопадик. Хотя, если там на верхушке, то можно вообще все там переделать. Ладно, я сюда не за этим пришел, я сюда пришел за Юрием. Серьезно. В мобильной версии можно хоть на километр руку вытянуть. Посмотрим, что за фрукты там игра. Только ну вот это реально красиво, вот это мне нравится. Простите мою бабушку, она немного так опять забыла, что я снимаю. Сказал ей только что. Что я снимаю? Нет, надо обязательно прийти спросить, хочу я есть. Жилье потерялся. Вот камера, все. Нашелся. Где скелет? Так мне еды не хватит такими темпами.
Так, саженцы забрать надо. Ну, конечно, он застрял там. Так, яблоки я есть не буду, потому что из них потом можно делать зачарованное, а вот гнилую плоть с удовольствием съем. Точнее, не зачарованные, а золотые. Стоит испытывать удачу. Ну, повезло, значит, что. Эффект голода не дали. А ты мне что покупаешь? Просто лес с собой еще не это. Не разговаривай. Картошку. Конечно. Тоже картошку. Да тихо! Вот говори и говори, она все равно зайдет и помешает обязательно просто. Ладно, думаю, на этом моменте можно уже закончить серию. Так, надо было, конечно, поесть, но ладно, все, давайте. До встречи на моем канале.